Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0, у микрофона Мария Кожевникова. Управляющая компания Октябрьского района незаконно получила с кировчан 21 миллион рублей. Эти деньги после вмешательства прокуратуры организации пришлось вернуть потребителям. Как выяснилось в ходе проверки, в течение 2 лет жильцы 11 кировских многоквартирных домов получали по 2 платежки за коммунальные услуги ежемесячно. Одна из них отправлялась от имени УК Октябрьского района, в то время как управление этими домами на законных основаниях осуществляется другие организации. Только после того, как граждане начали массово обращаться в контролирующие органы, двойных начислений не стало, сообщают в Генпрокуратуре. Напомню, подобная ситуация случилась недавно и с участием управляющей компании Ленинского района. Больше года жильцы дома по улице Чапаева 5/1 получали квитанции от 2 организаций одновременно. Управляющей компании Ленинского района, которая не осуществляла управление домом, пришлось вернуть кировчанам 1 миллион рублей. Дайджест недвижимости. Объемы построенного жилья в регионе продолжают падать. За 8 месяцев этого года, по данным Кировстата, в области ввели 266 тысяч квадратных метров жилья. Это на 12% меньше, чем за такой же период прошлого года. Всего в прошлом году построили 662 тысячи квадратов. Это на 9% меньше, чем в 2015-м, рассказал ведущий специалист-эксперт отдела статистики строительства и инвестиций ЖКХ Кировстата Ольга Удалова. Кстати, в 2015 году отмечен рекордный показатель введенного жилья за последние 26 лет – 726,6 тысяч квадратных метров. А наибольший уровень ввода жилья в Кировской области был достигнут в 1988 году – чуть больше 1 миллиона квадратных метров. Эту планку до сих пор пока не удалось преодолеть. Значительнее всего снижаются объемы частного домостроения. В 2016 году кировчане построили на 27% меньше собственных домов, чем в 2015-м. Дайджест недвижимости. Самая дорогая квартира в Кирове стоит 17,5 миллионов рублей. Она находится в центре города на улице Володарского. Площадь 4-комнатной квартиры 178 квадратных метров. Получается, что 1 квадрат в ней стоит 98 тысяч 300 рублей. При этом, по данным портала РИК Киров, средняя стоимость 1 квадратного метра 4-комнатной квартиры на вторичном рынке жилья в Кирове в сентябре составила 45,5 тысяч. При этом площадь таких квартир обычно в пределах 100 квадратов. Средняя стоимость квадратного метра на вторичке – 43 270 рублей. Это почти на 1,5% больше, чем месяцем ранее. Причем 3- и 4-комнатные квартиры, а также квартиры-студии выросли в цене, тогда как 1- и 2-комнатные квартиры стали дешевле. На этом все. В студии работала Мария Кожевникова. Дайджест недвижимости.